еще не успела окончить институт, получить диплом, и мне сделали предложение. Пришла на КАМАЗ, я оператором ЭВМ. И вот, получается, в течение 8 лет доросла до руководящей должности. Работа мне безумно нравится, так как мне попадается всегда задача, которую еще никто в компании не решал. То есть я являюсь таким своеобразным первопроходцем. Основная наша функция – это развитие корпоративной культуры, тех же самых внутренних коммуникаций и сбора мнений сотрудников, так называемые социологические исследования. Помимо этого, я дико люблю участвовать во всем новом, и в прошлом году мне посчастливилось попасть. Я прошла все этапы отбора. Я попала в первую волну акселерации проектов. Наш проект «Спидшеринг» существует до сих пор, и он получил финансирование, доказал свою жизнеспособность. КАМАЗ вообще дает огромные возможности для самореализации. Мы очень открыты и ждем инициативных, активных ребят, которые готовы воплощать здесь свои идеи. И для всего этого КАМАЗ сейчас выстраивает свои вот эти внутренние платформы, которые позволят это реализовать. Что для меня именно КАМАЗ в плане жизни, да? Я в 2011 году на КАМАЗе совершенно случайно нашла своего будущего мужа. Все то, что я была и есть активная, посещала ее много разных развивающих мероприятий. Соответственно, на одном из таких тренингов мы там и познакомились. Но прежде всего, КАМАЗ в моем плане – это человек, который готов вкладывать личные ресурсы, в план чего это личное время, личную заинтересованность, личная идея, активность прежде всего. Таких людей, кстати, сразу видно, и у них есть очень много возможностей. То есть они реально семья, они дружат, они детей вместе воспитывают, они вместе участвуют в тех же самых мероприятиях, сами придумывают эти мероприятия. К тому же у нас компания достаточно огромная, у нас здесь династийность присутствует. Когда мамы, папы, бабушки, дедушки, у меня все время папа работал здесь. Активно участвую в тех же самых молодежных мероприятиях и в каких-то досуге, принимаю участие в молодежных форумах. В мероприятиях, вот как раз сегодня в Заводчанке. Это новый для меня совершенно опыт. Ну, это здорово, на мой взгляд. Ну и вообще надо побольше, может быть, не только даже девочек, мальчиков показывать.